Дина Кабдала может похвастаться тем, что одевала черную пантеру. Только, правда, другую. Дизайнер из Казахстана устроила фэшн-шоу в Каннах. Как это было и при чем тут Пэрис Хилтон? Смотрим. Дина Кабдала около 3 лет работает над собственной линией одежды в Штатах. В рамках Каннского кинофестиваля она представила капсульную коллекцию вечерних платьев, но и про свой любимый кэжуал не забыла. 25 луков демонстрировали непрофессиональные модели, а гости фестиваля – режиссеры, продюсеры и фотографы. Незадолго до этого в двух образах от Дины засветилась Пэрис Хилтон. К слову, нашему модельеру не впервой одевать зарубежных селебрити. Биби Рекса любит нашу одежду. Она одевалась на гей-фестиваль в Майами. Фивс Хармони выбрали луки для фестиваля Куачелла, также для видеоклипов. Камила Кабео всегда берет что-нибудь для туров. Последний раз Дина праздновала появление в ее наряде звезды фильма «Черная пантера». В Лос-Анджелесе личные стилисты звезд постоянно делают рейды по шоурумам. Мы никогда не знаем, на ком окажется эта вещь. Все происходит инкогнито. По словам Дины, была возможность блеснуть коллекцией и на красной дорожке Канн. Но это уже, наверное, в следующий раз.